Добрый день, сейчас мы сделаем пакет трейсер 13.4.5 Troubleshooting VLAN. Давайте начнем. Итак, нам нужно подключить Home Admin к Wireless Router в любой порт. Готово. Нажимаем Fast Forward, чтобы они сошлись. Все. Так, что нам тут нужно сделать? Нам тут нужно делать Troubleshooting. Вы делаете там пинги, пытаетесь зайти на вот этот вот сайт, на takat.pt. А я просто сейчас покажу, где ошибки, и исправлю их. Давайте начнем. Так, заходим в Home Admin, Desktop, веб-браузер и подключаемся к настройке роутера. Так, для этого вводим здесь 192.168.0.1. Go. Username admin, пароль admin. Все, мы подключились. А что у нас здесь? Здесь меняем на DHCP. DHCP. И здесь у нас 254. Готово. Так. Здесь все настроено. Нужно внизу назвать Safe Settings. Вот я тупил, не мог понять. Все. Сохранили настройки, и, видимо, у нас появилось 28 баллов. И в этой сети все устройства теперь работают. Ну, разве что еще мы заходим в Table ПК, Desktop, IP Configuration, и тут тоже ставим DHCP. Сейчас оно сойдется. Готово. Все, видим, у нас 42 балла, мы исправили уже две проблемы. У нас в Table PC DHCP и в роутере DHCP. Нужно было поставить. Так, дальше. Админ ПК заходим. Подключаемся к LAP. Заходим в веб-браузер. А здесь вводим его IP. Вот он. Где он? Вот. Копируем. IP копируем. Вставляем и подключаемся к нему. Только тут не еще раз писать, вот, HTTPS. К нему подключаемся через HTTPS. Логин, админ, админ, логин, VLANs заходим, VLAN 1, нажимаем на единичку, сейчас зайдет в его настройку. Готово. Security проходим, и здесь ставим PSK. А не Enterprise. Готово. Ну и пишем пароль Cisco 123. Готово. Сверху нажимаем Apply. Подтверждаем. И все. Так, теперь заходим в VLAN 2. Это у нас первый. Сейчас вернемся. Вот, второй VLAN заходим. Ждем, пока загрузится. И он у нас не включен. Ставим Enable. Apply. Все, 85% есть. Дальше. Нам нужно зайти на... Ой, случайно эту штуку внес. Лэптоп 1 заходим. Нажимаем... Стоп, не 1. 1 у нас подключен. Сейчас, секунду. Нам нужно лэптоп 2. Вот он. Случайно его вынес. Неважно. Так, лэптоп 2. Заходим... Десктоп, ПК Wireless, Profiles, выбираем вот этот, нажимаем Edit, SSID 20, Advanced Setup. Здесь смотрим, чтобы было SSID 20, EVPA 2 Enterprise, и здесь User 2 у нас. Вот здесь внизу есть эти. Видим, у нас User 2 и User 2 Pass. Вот их сюда и вписываем. Готово. Next. Save. Connect. Ждем, пока коннектится. Ну, или нажимаем Fast Forward. Все, оно приконнектилось. Сейчас, ай, открыл на весь экран случайно. Здесь почему-то не появилась связь, но оно должно было приконнектиться. Так, видим, что мы исправили все проблемы. У нас 100%. На этом все. Пока.